Привет, ребят, с вами Бес, и мы продолжаем играть в игры на iPad. Сегодня у нас будет по традиции 8 игр, и начнем, ребят, мы из игры Happy Glass. Так что, ребят, с вас лайкос, и подписывайтесь, ребят, обязательно на канал, чтобы не пропустить наши новые ролики. Ну, а мы запускаем нашу игрулю. Вот, и начинаем играть, посмотрим, как тут у нас получится. Тут у нас новогодняя обновочка, вот задний фон немножко изменился, вот эти... Палочки выглядят, ну, другого цвета получается. Вот. Окей. Так, стоп, это... Почему первый левел? А, нет. Это не первый левел. Стоп. Как-то странно на самом-то деле. Ну, ладно. Так. Где мои сейвы? Я что-то не понял. А, во! Там был какой-то другой уровень. Ну ладно, это был новогодний уровень, скорее всего. Ну, давайте-ка посмотрим. А, все понятненько. Значит, нам надо вот так делать. Угу. Чтобы палочка не упала. Не прикрыла наш стаканчик. Хорошо. Первый уровень прошли. Дальше. Так. Не-не-не. Так. Вот так. Надо сделать. Опа. Не так. Все. Вот это другое дело. Шарик не мешает. Воды. Хорошо. Идем дальше. Следующий уровень. Так. Тут тоже что-то такое надо сделать. А точнее, смотрите. Вот так. О, не, но тут две получим. А тут трешечка будет или две? Трешечка вроде, да. В тютельку успели. Ладно, идем дальше. Следующий уровень. Угу. Допустим. Ну, по идее, должно получаться, да? Не получился немножко. Воду пропустили. Опа, не-не-не-не. А так получится, не? О, получился, смотрите. Лол. Конечно, я это сделал просто для прикола, но получился. Так. Упс, не-не-не. Это тоже вроде как было легко. Следующий уровень. Пока что, ребят, таких супер-мега тяжелых уровней я вроде как не видел. Опа. Смотрите, тут, короче, во-первых, надо вот так делать. Прикольно. Не, я хочу еще раз играть. Так, где это мы сейчас играли? Вот здесь. Не, не получился. Вот так вот. Легко. И просто. Трешечка есть. Отлично. Ну, ладно. Давайте-ка пойдем дальше. Следующая игрушечка у нас называется Commuters. Тут нам надо, собственно, ребят, сделать так, чтобы пассажиры у нас вмещались в вагончик или в транспорт. Ну, по-разному, да? Чем больше будем вмещать туда, тем, собственно, лучше. Так, лайкос тут получили. Угу. Хорошо, и вот так. Угу. Отлично. Так, две звезды получили.
Нам 3 лямчика надо накопить, чтобы открыть новых чуваков. Так. Угу. Сойдет 258. Ух. Нифига себе. И трешечка у нас. Так, следующий уровень. Вы чё? К чему? Я что-то не понял на самом-то деле, что у нас тут получилось. Ну ладно. 13 тысяч. Хорошо. Ну, 2 звезды почему-то получили. Так, идем дальше. Сейчас нам тут надо, скажем, вывести чуваков из наших вагончиков. Ну, давайте-ка по-быстренькому. Есть первая партия. Угу. Ну и вторая партия тоже есть. Отлично. Тоже за это получаем денежки. Это растрешечку получили. Супер. Но мы ящик открывать, сейф точнее, открывать не можем, потому что все это дело мы должны сделать, ага, только с просмотра рекламы. Угу. И тут такой себе получился. То есть 2 звезды. Вот напишите, ребят, что тут надо сделать, чтобы трешечку получить. Опа. Не, ну точно не так. Угу. Фух. Отлично. Чем больше чуваков мы туда будем вмещать, тем лучше. Так, начинаем. Сойдет. Опа. Есть такое дело. Окей. Ну и последний кораблик. Такой себе сойдет. Ну, прикольно. Окей. Ну и последняя катка, ребят. 50-й уровень. Давайте-ка всех будем закидывать сюда. Отлично. Дофига денежек получили. Можно утроить, конечно. Но мы этого сделать не будем. Идем дальше. Следующая игрушка, ребят, у нас Handball 2 называется. Давайте-ка включу я Wi-Fi, потому что без Wi-Fi-чика игра работать не будет. У меня тут прогресс скинулся какого-то фига. Вот. И я тут, получается, начал новую игру. Ну, сыграем сейчас мы одну катку вместе. Так. Начинаем. Так, надеюсь, что равные соперники. Так, тихо. Есть такое дело. 1-0. Я так понимаю, это у нас бот, да? Тихо. Упс. He's aiming for where the ball meets the net. Это тоже сделали. The match is very exciting. Well, отлично. Wow, he managed to see the goal, even though his goal was tiny. But the goalpost saved the goal. We are in the final 5 seconds. Всего лишь 5 секунд. And the final whistle has been blown. Good job. You won your first match. Допустим, затащили. Ну, это что-то подобие обучения, да, получается, больше. Да. Бляха-муха, я не хочу все это сделать. Как же я ненавижу вот такие вот моменты, когда нас заставляют что-то сделать. Открываем конфетку. Окей. А ты что у нас? Новые персонажи типа сильнее. Ну, давай играть. Ладно, открываем. Не дает нам просто играть. Ну, допустим, опять. Не, сколько подарков тут нам дают? Нам надо играть. Угу. Окей. Все, play. Супер. Старт. Да.
Я не верю, ребят, что мы это делали, да? Окей. I'm your host, John Motson. Good luck to both players. And the match is underway. What a speedy goal in the early game. Superpower early in the match. He aims for the top corner. Incredible goal. We thought it was the referee, but it was a superpower. Alright. Сейчас сам себе забьет. He almost conceded a goal. He keeps getting warned. A yellow card. What an amazing goal. Right into the back of the net. He aims for the low corner. Incredible goal. Brilliant. He's trying to score from the ground. The gap is increasing. But this hits a goal. What a finish. The goals are raining down like bullets in a firefight. Давай сюда. 64 секунды. He's defending in front of his goalpost. That's a legendary goal. Давайте-ка в ноль оставим чувака. Если получится, будет супер. Так, давай. Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Так, давай. Еще раз. Супер. Будем ржать. He said no to that shot. 9-0. Only 30 seconds вроде как left until the final whistle. He's trying to score from the hats off to that amazing goal. Awesome save. He's after a goal in the low corner. Goal! What a strike! Блин, чувак просто не может играть. Он в панике, скорее всего. 11 секунд. Ну, отдадим чуваку один гол. Не, не отдадим. Все? Вот так вот. Второй нет. Не знаю, ребят, вроде как это был реальный чувак. Ладно, идем дальше. Что-то мы слишком уж долго застряли на этой игре. И Jelly Shift. Следующая наша игрушка называется. Давайте-ка пару каток тут сыграем. Jelly Shift. Опа, тортик. Будем гоняться за тортиком. Опа, есть такое дело. Супер. Так, у нас тут что? И... вот так. Отлично. Прошли. И давайте-ка еще один уровень пройдем. А тут за арбузиком будем гоняться. Угу. Так, все. Фейвор у нас есть. Остается прям до конца дотянуть. Я последний вот остается. Ну, сойдет. Сейчас мы будем идти. Штучки открывать, да? Ну давай. 15, 10 и давай что-то годное. Блин. Нет, скинчик нам все-таки не дали. Жалко, конечно. Ну ладно. Окей, идем дальше. Bounty Masters. Следующая наша игрушка. Тут нам, короче, надо пить по чувакам, да? Так, тут наше задание. Поэтому пингвинчику нам надо бить. Опа! Ей, amazing, это прям супер. Означает, что наш чувак просто суперски ударил, и пингвинчик слетел очень-очень далеко. Так. Ну, чем дальше мы будем летать, тем лучше, но на этот раз получился не такой себе. Потому что сразу наткнулись на лёд. Опять-таки супер удар получился у нас. Ну и посмотрим, где мы будем приземляться. Так. Блин. Прям вообще неудобное местечко было. Еще разочек. Тут носить подарок. Идем. Ну, на этот раз, смотрите, очень плохо прям получилось ударить. Ну. Ничего. 8, 9, 10, 11, 12. Ой.
Испортили комбо. Новый комбо. Ой. Ну прикольно, там зато задание выполнили, ребят. Есть X10 комбо. Вроде как легкие задания. Ладно, идем дальше. Следующая игрушка — стакбол. Можем пару каток еще здесь играть. Тут уровни, ребят, очень длинные уже. Я тут дошел до 86-го левела. И прям очень долгое время занимают прохождение этих уровней. Угу. Так. У нас есть огонь, ну ладно. Можно было побыстрее проходить, окей. И еще один уровень. Это реклама в Яндекс.Такси. Я изменились, да, окей. Ага. Ну почти. Так, и вот так. Все, изи. Ладно, идем дальше. Pick me up. Очень трудненькая игрушка. Посмотрим, если получится быстро проходить один левел, то сыграем. Опа. Еще и второй. Ну, я прям очень сильно сомневаюсь, что быстро у нас получится проходить, потому что тут 4 этапчика есть. Опа. И очень трудный уровень. Вообще все уровни тут трудные, потому что тачка не может управляться прям четко. Смотрите, я останавливаюсь, но тачка продолжает двигаться. Это немножко печально. Так. Проходим. Есть второго чувака тоже. Садили туда, куда надо. Так, дальше. Угу. Я думал, что все, но не. Угу. Отлично. Так, и последний чувак. Есть такое дело. Угу. Неужели? Вау, мы это сделали, ребят. Мы это сделали. Ладно, давайте-ка попробуем еще один уровень проходить. Опа. Так. Мостики тоже путают немножко, но, по крайней мере, из-за этих мостиков мы не попадаем в аварию. Главное, ребят, тут играть не торопясь. Если немножко торопиться, то все, будет ГГшечка. Угу. Второй чувак тоже доставлен. Третий. Угу. Отлично. И последний чувак. Надеюсь, никаких аварий сейчас у нас тут не будет. Фух. Офигеть. Вот это было жестко. И все. Доставили четвертого чувака. Отлично. И последняя игрушка, ребят, у нас до катапульт. Угу. Сейчас будем играть в катапульту. Ничего нет. Посмотрим, как у нас все получится. Так, давайте вот так. Начинаем, ребят. Смотрите-ка. Стараемся как можно дальше проходить. Это, ребят, одна из моих самых любимых игр. Конечно, смысла тут не очень-то много, да, в этой игре, но прикольно сражаться против других катапульт. Ага, есть такое дело. Постепенно надо апгрейдить, ребят, нашу катапульту, но для этого требуется очень много золота. Опа, нифига себе! Нифига себе, ребят, просто. Ладно, еще одна попытка. Так. Есть такое дело. Супер. Вот напишите, ребят, свой рекорд. Сколько катапульт вы уничтожили в этой игре.
Есть еще вторая часть этой игры. Тут там надо уже не то что на количество работать, а на, для прохождения уровней. Вот. Я не играл, просто смотрел ролики всякие. Тут уничтожаем не смотря, получается, просто стреляем в воздух и... Опа. Попадаем. Так, ну тут не попали, к сожалению, а этот... Все, супер. Так, ворон есть. Сейчас вот этого нижнего надо уничтожить, потому что у него есть шансы нас уничтожить. Сильнее. Отлично. 14 фрагов есть. Так. Да блин, чувак, не мешай. Вот один мешает, чтобы я уничтожил другого. Так. Блёха, муха, смотрите, он попал, но из-за того, что наша катапульта была прокачана, его снаряд. Вы... Выжили. Какое дело? Супер. А вот у этого чувака уже более прокачанная катапульта. Примерно такая, как у нас. Бывает, конечно, тут катапульты посерьезнее. Так. Ну, вроде как. Пока что нам повезло. Так, ворон минус. Блин, уничтожили мою катапульту. Офигеть. Жестко. Ну, ладно, ребят, давайте-ка на этом закончим наш сегодняшний ролик. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписаться на канал. Ну, а с вами был Бес. Всем удачи, ребята, и всем пока.